Я говорил уже вам, типа, вот, Лёша Кош, ну, короче, хозяева, которые, они сейчас на Мальдивы поедут, вот, на недельку, типа... И они поедут без телефона. Ну, с телефонами, но там плохой интернет, и, типа, там будет сложно как-то... Я думаю, они будут бегать по пляжу и искать дерево или пальму, на которое залезть и связаться. Ну, стримители точно не будут. Кстати, а вы видели вообще, как ребята с этим, с Матизом прикол этот? Да.